В общем, Максим Максимович, он там роет средневековье. Сегодня вылазка средневековья. Вот такой вот офигенный лес. И текс. Ну, у него колечко было современное, а у меня медная обоймочка. И насколько мне известно, это от женской косички. То есть в прошлом году мы нашли целый комплекс, если так можно назвать, когда волосы были завернуты вот в такую вот медную пружину, если так выразиться. Вот так вот. В общем, может, что интересное и будет еще. Максим Максимович сегодня усы настроил и нашел. Бороду отращил. Копеечку. Вот она. Сучка такая. Убитая наглухо. Сегодня разведывательный день. Максимка, значит, копеечку, колечко, я пуговку. Ну, по тем местам, где как будто бы вот все красиво. И, еще одно подтверждение наличия человека. Вот. Наверное, когда-то здесь были поля. Значит, стоит поискать. А, моя прелесть. Крестик. Хорошенький. Так, усатик, давай, что у тебя там? Дывайся. Микола. Долго достает, наверное. Давай быстрее. У меня уже тут секунды на минуту. Знаешь, сколько секунды кино стоит? Не знаю. У меня только облом. Видишь? Этого складня. Ага. Кольцо тут какое? Кольцо оно у меня в руках рассыпалось. Там осталось. Врешь ты, усатый. Я сейчас усищу твои саму. А, усатый что-то нашел. А у меня вот такая вот пулька. ППШ, говорит, эксперт. Сердце взял? Покажи сердце, давай. Давай еще раз посмотрим. Да, блин. Да, блин. Ну ладно, короче. Он выкопал сердце, а у меня застежка от средневекового лифчика. Ха-ха. Давай, усатый, рой. Ох ты. 3 копейки. Такая вот у нас Русь. Вот 15 копеек. Это ручка от машины. Ручка от машины? Да, открывай это, стекло открывай. Да ладно. Да. Ну, может быть, может быть. Ну, тогда на тебе на цветмет, а мне 15 копеек. Ха! Вот такое тут у меня. Ну-ка, пока. Болотце, вот она. А я тебе свою покажу. Пятнашечка. Деточка. Перевернул бы хоть. И конь. Огонь. Ну, конь у меня тоже есть, это неинтересно. 2 коня огня. Ясно. Болотце. Хождение по болотам дают иногда результат. И, наконец-то, царек. Пока не видно, кто это, но реставрация подскажет, кто это. Скорее всего, копеечка. Николай какой-нибудь. Прям в соседней ямке, точнее, в соседней точечке, еще двушечка хорошенькая. А, детка. И, наконец-то, пятачок. Хорошенький, толстенький, сладенький. О, да, детка. Вкусняшка. Ага, и 3 копеечки подоспело. Максим Максимович. Ой, простите, я вас выдал. Картаус рыжиус. Роет. У меня копеечка. Ну, с дырочкой. Детка. Коллега ищет. А у меня колокольчик и пуговка-гирька зелененькая.
Детка. Здорово.